У нас не получалось просто выиграть Новосибирск до этого. В этом году и в прошлом году. Как-то все не очень удачно складывалось не в нашу пользу. А сейчас, в принципе, уже поняли, как обыгрывать, поэтому едем дальше побеждать. Сделали самое правильное, ответили игрой. Не словами, а игрой. Я думаю, что это была, может быть, самая ровная игра с начала сезона, без никаких перепадов. Команда прошла через очень сложные периоды в этом сезоне. Но все равно она билась. Поэтому я считаю, что заслужили свое место в полуфинал. Как говорил Белгород, мы тоже знаем, как с ними играть. Вот, они один раз нас выиграли. Мы, не знаю, на протяжении скольки лет их подряд выигрывали. Мы тоже знаем, как с ними играть, как на них давить. Вот, так что и сами понимали, и тренер нам тоже чуть-чуть мотивацию это дал. Своего диагонального и не справляется Валентин Кротков с приемом, забивает переходящий мяч Амар Курбанов, и Локомотив выходит в следующую стадию.